Как начинает свой день первая леди региона Евгения Чибис? Как переезд на Крайний Север вдохновил ее на создание новых проектов? Руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области и организатор конференции для женщин-звезда Севера Евгения Чибис стала гостьей программы «Наше утро». Она рассказала о том, как проходит подготовка к конференции. Почему звезда? Звезда — здесь у нас три основных составляющих. Во-первых, каждая женщина уникальна, как и звезды неповторимы. Во-вторых, женщина – это путеводная звезда для своего мужчины. Именно на ее свет он возвращается домой, на ее свет он идет, развивается. И в-третьих, мы хотим этот проект развить в каждом закрытом городе, для того, чтобы в каждом закрытом городе был такой центр, где женщина может найти своих друзей, какую-то самореализацию, узнать что-то новое. И поэтому, как лучики звезды, он распространяется по всем закрытым городам. Интерактивная конференция для женщин пройдет во второй раз. В этом году сразу в двух городах. 26 февраля в Гаджиево, 27 февраля в Североморске. Спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и других городов поделятся своими знаниями и опытом. В программе дискуссии на тему стиля и здоровья, семьи и детей, психологии и развития, творчества. Завершится конференция показом комедийного спектакля. С мероприятиями также можно будет познакомиться в режиме онлайн.